Привет, мои дорогие рукодельницы и гости моего канала. Меня зовут Татьяна. Сегодня я вам хочу представить вот такой бантик, который я сделала из двухсторонней замши. Он подойдет для девочек постарше. Вот. Его размер 14 сантиметров. На такой заколке автоматы. Замш очень мягкий, но вот как раз он идеально подходит для этих бантиков. Как вы видите, я сделала в темно-синем цвете, в розовом и коричневом. И все они у меня по 14 сантиметров. Ну и вот, вот эта замша двухсторонняя. Когда я ее сначала увидела, когда купила, я растерялась, не знала, что я с ней буду делать, потому что она очень-очень мягкая, форму не держит. Ну вот, придумала и сделала вот такие бантики, которые являются трендом этой весны. С вами мы будем делать изумрудный бантик. Возьмем вот такой отрезок длиной 30 сантиметров, шириной 10 сантиметров. Складываем его пополам, намечаем серединку. Берем клей, можно брать титан клей. У меня вот такой B7000. Хорошенько промазываем посередине и склеиваем стык в стык наши концы бантика. Придавливаем зажимами. После этого начинаем формировать бантик. Все хорошенько промазываем клеем. И с другой стороны. Зажимаем зажимом, чтобы хорошо он схватился клей. Теперь будем делать хвостики на наш бантик. Я думаю, процесс понятен, и поэтому я комментировать его не буду.
Теперь берем заколку автомат. У меня она 8 сантиметров. Для того, чтобы сделать нам красивую серединку, я взяла небольшой отрезок замши и складываю ее вот таким образом. Теперь мы ее приклеим к бантику. Сначала мы приклеиваем заколку. А теперь делаем незатейливую серединку для нашего бантика. Придаем форму хвостиком бантика. Замша не сыпется, так что обрабатывать огнем не надо. Вот такой у нас бантик получился. Еще раз хочу показать, какие у меня бантики получились. Если вам понравился мой мастер-класс, то ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем больших успехов! Пока-пока!